Они не спали ночами. Они натирали мозоли. Они украли певца с Фуска и позвали бывшего профорга на помощь. Они ни капли не жалели себя. Они были готовы на все ради победы в этих весенних Олимпийских играх. Они – это сборная химико-технологического факультета, которая боролась за заветные десятки на студенческой весне, как за драгоценное олимпийское золото. Только что закончила свое выступление наша гимнастка Юлия Костюченко, и с минуты на минуту она появится в этой комнате. Вот, Юля уже подходит к нам. Юль, ну расскажи, что у тебя получилось, что не получилось, как оцениваешь свое выступление? Мне кажется, все получилось, но, наверное, нет предела совершенства. Обычно в качестве реквизита используют гимнастический мячик, а у тебя был очень необычный реквизит, вот этот берет. Расскажи, почему ты с ним выступала? Ну, наверное, потому что и привычно видеть мяч, а хотелось чего-то оригинального, поэтому берет. Ну, в любом случае, независимо от результатов, мы поздравляем тебя с успешным выступлением, желаем тебе дальнейших успехов. Спасибо тебе большое. Что нужно сделать, чтобы выиграть весенние Олимпийские игры? Ну, наверное, стрелять глазами, как вот Арина это делает. Какие дисциплины вы запомнили с концерта? Танец старичков. Дисциплины, потому как люди прыгали со своими спальниками, и кто лучше спит. Кто больше поднимет пыли. Да, точно. Стрельба глазами. Ходьба по столу. Чтобы победить в весенних Олимпийских играх, надо участвовать в весенних Олимпийских играх. Надо позвать таких сильных атлетов, как на КТФУ. А мне бы хотелось отметить финальный фильм. Ворлд-Вор уж мне точно понравился. Сборная химико-технологического факультета только что с триумфом закончила свое выступление. А оценки жюри мы узнаем прямо сейчас. Посчитали, да? Итого, за студенческую весну химико-технологического факультета получилось у нас 17,7.